На этой неделе Следственный комитет России отметил первый юбилей. В 2011 году произошло окончательное отделение следствия от органов прокуратуры. За это время арсенал профессионального оборудования следователей и криминалистов заметно расширился. В распоряжении югорских профессионалов, например, есть криминалистическая лаборатория на колесах. Она дает возможность работать со всем необходимым оборудованием непосредственно на месте преступления. Оно может быть где угодно. В тайге, на стойбище, почти непроходимых болотах или на производственных объектах. Лабораторию собрали на базе вседорожного Урала. Здесь есть все, от спальных мест до кабинета следователя. К слову, и сейчас лаборатория отправилась на розыскные работы. Подробности, правда, не раскрывают, но следователи заверили, что за время командировки соберут максимально возможное количество улик. Данная лаборатория комплектуется дополнительным оборудованием. Это унифицированные чемоданы для работы с различными объектами и следами. И специализированные чемоданы, в том числе для работы со следами биологического происхождения, со следами рук, со следами обуви. Кроме того, имеется дополнительное оборудование. Это различные металлоискатели и металлодетекторы.